И все-таки похоже на экстремизм. Хозяина дома с нацистским лозунгом вызвали в прокуратуру. Правоохранители провели проверку надписи и признали такое украшение коттеджа недопустимым. Об этом нам рассказал по телефону прокурор Сосновского района Константин Семченко. Значит, он прибыл, получили с него объяснение. Впрямую эта надпись не относится к нацистской символике, да? Но поскольку она может привести к экстремистской деятельности, к тому, что вот люди смотрят, и у них возникает негативное отношение к, опять же, нацистской Германии. Не знают же ведь, о чем эта вывеска, да? С этой целью, чтобы на будущее он не допускал нарушения федерального законодательства о противодействии экстремистской деятельности, ему было объявлено предостережение. Напомню, в день памяти и скорби в сети появились фотографии. Дом с надписью «Arbeit macht frei», что переводится как «Труд освобождает». Этот лозунг был размещен на воротах многих нацистских концлагерей. Соседей такая вывеска возмутила, и делом заинтересовалась прокуратура. Свой поступок мужчина объяснил тем, что таким образом хотел почтить память погибших в концлагерях. А когда поднялась шумиха, вывеску снял и выбросил.